Бедийский собор 10 века, построенный Багратом III. Просто уникальное место. Величественный храм, который вот в таком не совсем надлежащем виде сейчас, полуразрушенный, я бы сказал, даже разрушенный. Немного восстанавливается, но не так, как бы хотелось бы. Вот, и такое вот красивое место, красивый ландшафт вокруг этого храма. Интересное плато, интересные возвышенности, близлежащие села красивые, вот такие вот развалины хозяйственных построек церковных. В общем, как утверждают, там находилась резиденция епископов и трапезная. Ну и другие складские помещения, хозяйственные постройки.